Ну как там? Температура у него ночью поднялась. Горло так болит, что плачет. Видно, ребенок, ты врача-то вызвал? Конечно. Пожалуйста. Только он будет во второй половине дня. А с кем? Свекровь приехала. Сейчас начнет его лекарствами пичкать. У мальчишки температура под 40. Она свою гомеопатию тычет. Так это ужас просто какой-то. Ну что, поезжайте скорее домой. Мало ли что без вас может случиться. Как вообще можно было оставить больного ребенка одному? Людмила Ивановна, мне сейчас тоже нужно будет уйти. Придет Ткачев, я ему все документы подготовила, лежат в красной папке у меня на столе. Хорошо. Здравствуйте. Добрый день. Поехали? Да, да. Вы, Оксанка, только с ней помягче, ладно? Она очень впечатлительная. Ну, вы одно и то же по 100 раз повторяете. Я разберусь. Да. Да, передайте, пускай она не думает о детях. Я сам все сделаю. Здрасте. Здравствуйте. Я ищу Егорову Аллу Викторовну. Поздравляю, вы ее нашли. Меня зовут Оксана, я психолог. Детский психолог, занимаюсь адаптацией детей в приемных семьях. И? Мира и Дима... Все, я не хочу об этом говорить. Подождите, пожалуйста, но это же ваши дети. Уделите мне минуточку. Я подписала отказ. Все, я не могу больше об этом думать. У меня новая жизнь, новая семья. И потом, даже если их заберу, это же ничего не изменит. Он все равно на мне не женится и денег давать не будет. А мне нужно просто время, понимаете? Просто время, год, я не знаю, максимум полтора. Что я должна была, по-вашему, сделать? Убить маленького ребенка? Я никак не могу это сделать. Тем более, мне просто нужно время. Год. Не знаю, может быть, полтора. Я обязательно их найду и заберу. Пожалуйста, мне так тяжело. Уходите отсюда. И он пусть катится ко всем чертям. Все, ладно, пожалуйста, мне тяжело. Уходите. Да, подождите, успокойтесь. Вам нужно их просто найти. Нужно узнать, где они. А потом вы делаете, что хотите, живите, как хотите. Ваш муж сам будет... Ах, вот оно как. Психолог, да? Вижу я, какой ты психолог. Сговорились, да? Ты его баба, да? Ну, пошла отсюда вон. О чем вы говорите, а? Пошла отсюда вон, пока я тебе морду не расцарапала. Я тебе сказала, нет меня больше. Все, испарилась, исчезла, ясно? Вам не надо на нее рассчитывать, она не поможет, это точно. Слушайте, она просто заблудилась. Понимаете, она вообще хороший человек. И жена, и мать. Просто все так складывается не в мою пользу. И не думайте о ней плохо. Она... Это не важно, что я думаю. Егоров, вам самому придется искать детей. Не на кого больше рассчитывать, только на себя. Да, само собой. Ладно.
Я вам 2 кусочка сахара положила. Великолепно, Ксенечка. Это как раз то, что нужно. Звонили с 8-го участка, это по поводу бетона. Я им сказала, что завтра пришли. Нечего мне здесь сегодня мешаться. Вы же еще не разложились даже. Спасибо. Спасибо, вы настоящий клад. Чувствую, мы с вами сработаемся. Обязательно сработаемся. Извините. Алло? Да. Да, я сегодня первый день на работе. Обязательно посмотрю. За предыдущий квартал? Я пойду. А что? До свидания. Алло? Это вы? Узнал? Конечно, узнал. А как же... Подождите. Мы же договаривались. Сколько? Послушайте, да это же чистой воды грабеж. Что-то случилось? Нет. Нет, Ксенечка, ничего страшного не случилось. Мне просто нужно... срочно уехать. А, привет. Привет. А чего ты так долго? Я жду-жду, а тебя нет. И как с женой Егорова? Договорилась? А, нет, с ней не договорилась, она не поможет. Но с Егоровым все в порядке. А главное, с нами все в порядке. Я попала на распродажу, и смотри, чего накупила. Это сарафан, так, подожди, пустяки. Главное, это вот, самые крутые на свете джинсы. Тебе нравится? Ага. Привет. Так, вот еще кофточка. Еще есть такая юбка, но она прям очень красивая. Может, мне ее себя забрать? Нет, мне тоже нравится. Я же очень все твое. Так, и вот целый комплект. Мерить тебе должна подойти. Дусь, меня зря, что покупала, иди и мерей. Угу. Дусь? А? Ты не заболела? Нет, а что? Да просто как-то очень странно, мы с тобой даже не поругались. Еще успеем. Так, а грязные штаны ты брось около машинки, я сейчас стирку буду загружать. Ну что, нормально? Поехали. Почему ты так поступаешь? Ты знаешь, какая у меня фамилия? Знаю, Морозова. Это Верина фамилия. Моя не Громова. Знаешь почему? Почему? Потому что я подкидыш. Детям, которых находят, дают фамилию того, кто их нашел первым. Но чтобы не париться, добавляют мне. Нашел и забыл. У нас были ни Мельниковы, ни Рогов, ни Зимина. Где-то есть Ивановы, Петровы, Сидоровы. А где-то есть не Ивановы. А я даже не Громова. Потом появилась Вера. И я стала Морозова. Просто Морозова. Веры, может, и не будет больше. И все будет как раньше. С приставкой «не». А мне это зачем? Так как тебе такая фигня только в голову лезет? Будет Вера. Поправится. Все будет. Долгая, счастливая жизнь. Вместе с Верой. Знаешь что? Поехали в зал. Будем тренироваться, чтобы Вера увидела, как мы с тобой стали ходить. Я ничего не понимаю. Я не понимаю, как это взяли на время? Ну, мы же договаривались. Было дело, договаривались. Но я подумал и понял, не справлюсь. Подождите, но вы же обещали. Это что же получается? Мы все бумаги оформили, все документы. Мы оформляли не на меня,
на сестру, а сестры нет. А меня никто вообще в глаза не видел. Это вы всем занимались. А я что теперь, расхлебывать в одиночку должен? А вы предлагаете мне их забрать? Я не могу. Но это невозможно. У меня мама через неделю с юга вернется. Подождите. И обратно их сдать нельзя. Только ваша сестра может. На нее все документы. Вот именно. Ситуация интересная. Забавно даже. Надо с этим совсем что-то делать. Что? Скажите, что делать? Вы с ума сошли? Вы меня с самого начала обманывали. Вам не нужны были дети, только деньги. Вы с самого начала хотели тянуть из меня только деньги. Да ничего подобного. Это вы мне голову заморочили. Придется доложиться о вас властям. Так что это у вас, а не у меня неприятности. Подождите. Ну, подождите, ради бога. Ну, дайте мне время, я найду. У меня было отложено на черный день. Вот такой разговор мне больше нравится. Буду ждать. Что такой бойкий? Спокойнее. Ты это специально, да? Ты нервы мне трепаешь? Хватит, да что вы делаете? Не бейте его! Это идет ринга! Видишь, абонемент купил, у меня еще 40 минут, сейчас я его побью. Или он меня, хочу заниматься и буду. Что пристало, обычная тренировка. Вот и все. Что такое вообще, а? Во-первых, люди приходят с детьми, а во-вторых, совершенно не обязательно упражняться там, где занимаемся мы. Игорь! Перестань. Вставай. Иди сюда. Поднимайся. Что, у тебя кровь течет? Ты что, сотрясение мозга хочешь, а? Ну, дома про детей. Дело в том, что компания «Поднебесье», которая, ну, ты знаешь, решила заняться благотворительностью. Вот, поэтому они самостоятельно пристроили нескольких воспитанников. Вот, я могу узнать, кого именно, если хочешь. И вообще, давай помиримся, а? Нет, это невозможно. Почему? Это ты во всем виноват, ерунда, ты! Ерунда какая, ну ты же знаешь, это моя сестра. Тем более, она выходит на пенсию. Я уступил ей кровать на время, ну. Я, может, неправильно сделал, конечно, но... Это ж не повод все ломать, Оксан! Оксан, это не повод все ломать! Подожди! Ну, пожалуйста, я так быстро не могу! Дусь, прости меня. Прости. Ты говоришь, что я по-свински поступаю. Не так то, не так это. А сама? Я хотя бы никого не бросала. А ты бросила. Кого бросила? Ничего себе вопрос. Мужа, конечно же. Видно же, человек мучается. Переживет. Специально повод нашла такой идиотский, да? Чтобы больнее было. Какая-то двоюродная сестра в кровати. Подумаешь. Все испортила из-за такой мелочи. Да, действительно, не надо было мне так злиться. Особенно не надо было в ту ночь убегать из дома. Все была такая ерунда. Конечно. Я просто увидела ее в нашей кровати и даже не стала спрашивать, кто это. Просто длинные волосы на подушке и сразу ушла. Выбежала из подъезда и случайно подскользнулась. Сильно ударилась? Нет. Пустяковая ссадина. Ну, просто до этого врач сказал, что нужно избегать резких движений, если вы хотите сохранить ребенка.
не сохранила. И знаешь, все как-то сразу стало таким ненужным. Покупать книги незачем. Их все равно никто не станет читать, когда вырастет. Летний отпуск. А летом некого вывозить к морю. Особенно бесит Новый год. Антошка, Андрейка никогда не увидит подарок от мамы и папы. Знаешь, зачем нужен мужчина, которого любишь, если не будет играть в футбол с твоим сыном? Нет, пусть все остается так, как есть. Пусть он не узнает, что я натворила. Ты такая молодая, красивая, но законченная эгоистка. Упиваешься своим горем и думаешь, что все вокруг тоже должны страдать. Да ты купаешься в своем горе с утра до вечера, и ничего вокруг не видишь. И нет, чтобы что-то предпринять. Морковь я есть не буду, учти. Приятного аппетита. Да? Что? Хорошо. Хорошо, я вас поняла. Я сейчас приеду. Игорь? Нет, Егоров. Мне придется отъехать, а ты ешь морковь. Людмила Ивановна, спасибо, что привезли справку. Вы нас просто спасли. Ради вас я нарушила... Ради вас я нарушила закон. Я оформила человека задним числом, понимаете? Да еще и электриком. Я хороший электрик. Электрик он хороший. Как будто я знаю и могла в этом убедиться. Ему просто очень нужно официальное место работы. Не сердитесь, он недавно освободился. Я досрочно освобожу. Оксана! Да, и зачем ты пошел к своей жене выяснять отношения? Вы понимаете, у него... Я не хочу понимать, Оксана! Я вас не понимаю вообще. Как вы могли? Как вы... Кроме всего прочего, он еще и женат. Ну зачем это вам, Оксана? Знаете, даже для вас это уже перебор. Речь сейчас идет о детях. Мы хотим оформить опеку, ни черта не получается, понимаете? Не надо мне этого ничего рассказывать, я не хочу ничего знать. Потому что нанимайте адвоката, ему все рассказывайте, платите почасово, а мне это неинтересно. Точно, мы наймем адвоката. У меня есть один знакомый неплохой юрист и сейчас без работы. Егоров, вы приезжайте домой, мы с вами завтра увидимся. Хорошо, спасибо. Оксаночка. Ну я что, я думала, что все хорошо, что будет все, все как прежде, все налаживается. А это кто? С кем вы связались? Он же... Это кто такой вообще? У вас дурной вкус, Оксана. Вот Игорек. Игорек, он просто Ивановна, прекрасный человек. У меня с Егоровым вообще ничего нет. Он любит свою жену, своих детей, у него их двое. Мира и Димка. Не расстраивайтесь, я совершенно одинок. Больше у меня ничего нет. Больше ничего не получите. Не прибедняйтесь. Люди должны делиться друг с другом. В общем так, больше мне не звоните. Я вас знать не знаю, и мы раньше никогда не встречались. Ну, вовсе не так было дело. Очень даже мы встречались. Разве не помните? Вы приехали сюда, выкручивали мне руки, чтобы я продал вам участок сестры. Купили по дешевке, радовались, небось, что обманули деревенского дурачка. Думаете, что вы в городе все такие умные? Я ничего не думаю, вас не обманывал. Я заплатил столько, сколько это стоит. А в придачу к деньгам подбросили сироток. Да вы сами предложили. Плакались, как вам одиноко. Да я из кожи вон лез, чтобы все это устроить. Да по закону вас не то, что подпускать к детям. Собаку вам доверить нельзя. Но вы все-таки доверили. И совершили, значит... преступление. Хватит. Взялись, так исполняйте. Или что вы думали, дети исчезнут, испарятся? Я думал, что с ними удастся как-то договориться, что они обживутся, станут работать.
Ведь это настоящие разбойники. Вон, смотрите, бесенята. Каждую минуту норовят удрать. Пришлось их в сарай запереть. Подождите, вы что же, держите их в сарай? А вы что, хотели, чтобы они до поселка добрались, да? Ведь папы-то они меня не называют. Всюду канитель, я в одиночку тянуть не собираюсь. А если кто искать станет? А если родня объявится, что тогда? Я хотел по-легкому деньжат срубить, а тут такое. Да никто их не будет искать. Не нужны они никому. А вы попробуйте. Найдите подход. Угу. Деньги я вам дал, на первое время хватит. На первое время хватит, а дальше? А вы что, собираетесь всю жизнь за мой счет обходиться? Ну, все не все. Машину мне хотелось бы поменять. Так что я еще позвоню. Тогда, может, и разойдемся, если мне удастся с этими чертенятами договориться. Ну, вы уж договоритесь как-нибудь. Иначе денег не будет. Когда я к вам пришла, как раз за Егоровых волновалась. Я их не видела толком, только личные дела. Их на вокзале нашли, они к отцу ехали. Думали, он рыбак на севере. Кроме них в интернате еще дети оставались. Насколько? Четверо вроде. Троих малышей грудничков разобрали в семье еще в больнице. А один, вот даже документы не сделали. Так а где он? Не знаю. Без меня приткнули. И не успела. Мама Вера, ты не волнуйся. Мы их найдем. Правда? Скажи. Мы их найдем. Ты один, что ли? Разве? А, да, один, оказывается. А, ты же не предупредил, что приедешь. Хочешь поскандалить, надо предупреждать. Вот позвонил бы, сказала. Я бы обязательно кого-нибудь нашел. Хорошо, я учту. Да, пожалуйста. Мне помощь твоя нужна. Да? Какая? Мне правда нужна твоя помощь. Запросы и отказы. Нужно найти детей Егорова Виктора Ивановича и помочь ему установить опеку над детьми Егоровой Мирой и Димой. И есть еще один ребенок, я не знаю ни имени, ни фамилии, неизвестный ребенок. А... ничего сейчас не говори, просто возьми и найди. Понятно. Просто найти. Это же так просто. Егоров, значит, да? Освободился недавно. Что ж, получается, сидел? Да, сидел, иначе они бы без адвоката обошлись. Логично, да. Угу. А его супруга, Егорова Алла Тимуровна, подписала согласие на усыновление третьими лицами, да? Да, подписала. Ты мне поможешь или нет? А что ты подрядилась? Ну, ты же посоветовал мне обратиться к психотерапевту. Угу. Вот мой психотерапевт сказал, что мне нужно повышать самооценку. Я ее так повышаю. Помогаю бывшим зэкам и их детям.
подумал. Слушай, ну это почти нереально. Это очень трудно выиграть. Трудно, да? Понятно. Так, все, отдавайте эти документы. Я обращусь к нормальному адвокату, у которого есть опыт в таких делах. Документы дай. Дай документы. Решил от меня такое дело скрыть, да? Спасибо. Я вот его возьму и выиграю. Не веришь? Возьму и выиграю. Поняла? Че стоим? Показывай, где твой Егоров. Да, скажи ему, чтобы он подал еще одну заявку, получит отказ, тогда я вмешаюсь. Хорошо? Егоров, я договорилась с адвокатом. Да, он вам в ближайшее время наберет. Угу. Конечно, я все отчеты просмотрел. Все прекрасно. Игнатьев подписал, отправили. Не за что, вам спасибо. Посмотрю, до свидания. Алло? Ксения? Не беспокойтесь. Нет. Я сам распечатаю, да. Если нужно сдавать документы, так и поезжайте. Да не торопитесь. Буду скучать. До свидания. Здравствуйте. Что-то случилось? Ничего не случилось. Пришел поздороваться с моим новым замом. Посмотреть, как ты тут обустроился. Замечательно обустроился. Отличная атмосфера в коллективе. Все условия для работы. Ну и хорошо. Тогда не буду тебе мешать. Оксана мне звонила, интересовалась нашей благотворительной деятельностью, но я ей сказал, что дети для нас это святое, что мы уж постарались, и что все вышло у нас очень хорошо. У нас ведь хорошо все вышло, верно? Конечно. Конечно, лучше некуда. Ну и отлично. Работай. Нашел Егоровых, забивай адрес в навигаторе. Хотя, подожди, дай я сам. Ты уж садись за руль. Ладно. С Егоровым старшим все написали. Отказ получим, будем опротестовывать. А где он сам? Я его не стал брать. Выкинет еще что-нибудь. Отлично выглядишь, Вдовь. Спасибо. Ты зачем ее взяла? За город едем, замучается. Не замучаюсь. А взяла, потому что боится с тобой наедине остаться. А-а-а. Уважительная причина, понятно. Короче, Егоровых усыновила некая гражданка Лихмина. Вот к ней направляемся. Подожди, а с третьим ребенком что? А вот его не нашел. Никаких документов. Даже записи нет, бардак. Даже имени не было. Ничего не смог сделать. Ну это же неправильно. Ну и что, что нет имени? Получается, ты Егоровых будешь искать, а не Егоровых. Но плевать и забыть, да? А может, не надо так нервничать? Хорошо? Хорошо, будем искать не только Егоровых, но и не Егоровых. Сейчас поедем и найдем. Хорошо? Да? Отлично. Thank you.
Гражданка Лихмина в этом доме не проживает? Да и вообще никто не проживает. Все. Дальше опрашивать население будешь ты. Угу. Остановись здесь. Вот она точно что-то может знать. Я пойду спрошу. Давай. Здравствуйте. А вы не подскажете, как нам найти Ольгу Федоровну Лихмину? Ты ведь знаешь, что с ней происходит? Я знаю. Ты не скажешь, верно? Тогда посоветуй что-нибудь. Что мне делать? Я не знаю. Я думала и не знаю. Спасибо. Ну, попробую найти не Егоровых. Вдруг поможет. Думаешь? Угу. Ну? Лихмина умерла 3 года назад. Бабушка может показать место на кладбище. И что делать? В полицию надо ехать. Ерунда какая-то. Забыл совсем. У нее в Лихоборах брат есть. Живой. А проехать как? А, ну вот 2 километра там примерно. Потом мосточек через речку. Ага. И вот перед ним как раз вот направо. Спасибо. Ну, в общем, найдете. Спасибо огромное. До свидания. То есть ты охраняешь машину, мы пойдем посмотрим, что там. Я не хочу. Придется. Если машину угонят, что будем делать? Тут ищете? Здравствуйте. Здрасте, хозяина ищем. Я хозяин. А вы один живете? А вам какое дело? Вы что, без спроса вынюхиваете? Кто вы такие? Меня зовут Игорь, я адвокат, а это моя... Я его секретарша, мы работаем вместе, занимаемся недвижимостью. Ничего не продам, убирайте. Нет, мы не собираемся ничего покупать. Скажите, а Лихмина Ольга Федоровна, это ваша сестра? Вы Лихмин, правильно? Ну, Лихмин. А зачем вам моя сестра? Ну, хотели бы увидеться. Но я так понимаю, что это невозможно уже. Правильно? А мы можем войти в дом? Есть о чем поговорить. Заходите. Спасибо. Край у меня, понимаете? Да какой там городские сидите с бумажками? Куда вам понять человека? Да нет, что вы, мы поймем. Вы, главное, не волнуйтесь и расскажите нам, что случилось. Парили мне ферму, кредиты давали. Ну, давали-то под урожай. А чертова земля оказалась болотом, мрет на ней все. Отец ушел, потом сестра померла. Так работал. А весной есть нечего. Но я и вспомнил, что забыл смерть сестры зарегистрировать. Документы остались. Паспорт, страховка, доверенность на пенсию. В последнее время она у меня не ходила. Стал получать ее деньги. Так и понеслось. Да что говорить. Пошли, сдаваться буду. Нет, нет, что вы, мы не собираемся на вас заявлять. Это вообще не наше дело. Да, правда, нас не интересует, на что вы живете. Дело в другом. Дело в том, что на документы вашей сестры оформили... Кредит, господи! Так я и знал. Сволочь какая-то паспорт стащила. Это что ж теперь будет? В петлю меня загоняют, теперь банк дом отнимать примется. Да нет, дело вообще не в кредите. На фамилию вашей сестры оформили детей. Что? Не понял. Детей. Мальчика и девочку. И еще одного. Да каких детей? Зачем? Не было у нее никаких детей. Ну да.
Мы так и поняли. В общем, вы нас извините, что мы в вашу жизнь внесли такую сумятицу. Мы, пожалуй, пойдем. Да. До свидания и да. Удачи вам. Удачи. А где паспорт у вас украли? Не помните? На станции. Я ездил пенсию получать, ну и забежал в магазин. Тут я привык один, машину не закрыл. Ну, возвращаюсь пустой. Печально, да. Так тоже попадал. Бывало. Пойдем. Спасибо вам, что уделили время. А там у вас что? Чужая территория, соседская все. А, понял. Хорошо. Вы нас уж извините, что мы такие подозрительные. До свидания. До свидания. Видела? Вот, спасибо. Ничего, будем искать. Правильно? Правильно. Поехали. Значит, это вот здесь, ага, нет. Это я распечатала за четвертый квартал, за четвертый год. Папку сделала. Замечательно. Спасибо, стараюсь. Алло? Это вы? А нельзя позже? Послушайте, я не могу заниматься вами с утра до вечера. Я на работе. На работе! Я занят! Что? Да вот то. Ищут их. Делать что-то надо. Вы говорили, что никому не нужны. Когда приедете, решите вопрос. Да, буду ждать с нетерпением. Что-то случилось? Принесите чаю. Ну что? Одумалась? Или опять кусаться будешь? Нет, больше не буду. Честно, больше не буду. Выпусти, но больше не убежим. Чё-то не верится. Я есть хочу. И пить. И он тоже. Выпусти. Нет. Посидите еще. Подумайте. Мама! Выпусти тебя! Выпусти, баран! Вон папа вернется, нет! У Лихминой участок покупал Малинин. Это точно. Вот договор. Коттеджи, рассчитанные по две семьи. Евгений Александрович, добрый день. Как ваши дела? Очень рада, что хорошо. Вы знаете, у нас тут вопросы возникли по поводу вашей благотворительной деятельности. Оксаночка, любовь моя, ну ты же знаешь, я ничего в детях не понимаю. Мне сотрудник принес отчет, я его посмотрел. Там же все прекрасно. Я так понимаю, детьми занимался Малинин? Он. И подписи на бумагах исключительно его. Кстати, так себе сотрудник. Может, уволить его? А, я тоже так считаю. А... Где он? Еду в опеку, позвони этому. Егорову, пусть присоединяется. Угу. Здравствуйте. Можно войти? Уже виделись. Вы занимаете мое время.
Войти нельзя. Понял. Где Егорова и еще один ребенок? Послушайте, какое вам дело? Мне никакого. Вот моему клиенту интересно. Я его адвокат, дело у меня сложное. Но я наслышан, какие неравнодушные люди у вас здесь работают. Так что, надеюсь, поможете. Хорошо, хорошо. Мы действительно иногда идем на компромисс. Ради детей, ради их благополучия. Давайте, знаете как, давайте пройдем в кабинет, и вы все объясните. Давайте, проходите рабочий день. Спокойно, дружеской обстановке, поймем, как именно вы нарушили закон. От этого многое зависит. Мы должны это как-то закончить. Согласен. Присоединяйся. Бери стаканчик. Я вот что решил. Я дам вам денег на билет в другой город. Не годится. Тут моя родина. Не поеду. Да вы дослушайте. Вы уедете в другой город и оставите их на вокзале. Их же на вокзале нашли, верно? Ну, я помню, я дело читал. Бегунки вполне подходят. Оставите их, а потом сами вернетесь. Нет. Не понимаешь. Они ж говорить умеют. Девчонка взрослая. Да и парень не промах. Расскажут. Если бы их не искали, тогда можно. Чтобы они не болтали, не поверили бы. А я тебе говорю, ищут их. Сюда приезжали. Ну, так ведь если их тут не будет, их не найдут. Дурак ты неумелый. Я взрослым солгал. Вот так же, как ты, они стояли, а я им врал. Так. И что? Это что, слово детей против моего, если, то мое перевесит. А тут еще они. И мужик с бабой, понял? И что делать? Идем-ка. Алло, Алла. Алла, успокойся, пожалуйста. Я тебя очень прошу, успокойся. Скажи мне, где ты? Понял. Мужик этот, собака, выгнал ее, представляешь? Ну так, живем. Она уходит, я влипаю в разные ситуации, бешусь. Потом детей наших забирают. Потом она возвращается, дети возвращаются к нам. Не скучно живете. Да, высокие отношения. Ты сам говоришь, они бегунки. Да. Это дело такое опасное. Мало ли что может случиться. Что случится? Что угодно. Напряги мозги, все что угодно. И под поезда бывает попадает, и в речках тонут. Сечешь? Подождите, вы что? Нет, нет, я поеду. Мозгами-то пораскинь. Попали мы с тобой в одну яму. Семья у тебя есть? Жена, дети? Мама. Вот и о ней подумай. А вообще, иди ты. Иди, сдавайся. Ведь виноват-то ты, а не я. А я инвалид, поддался. А может, самому тебя сдать, а? Может, мне медальку дадут за голову похитителя? Да прекратите! Хорош! Хорошо. Хорошо, вы знаете, что делать. Я вам верю. У меня просто нет другого выхода, и я верю. Делайте, как надо. Только я пойду. Мне на работу, опаздываю, я пойду. На работу, конечно. На работу нужно. И опаздывать нехорошо. Поэтому тебе лучше поторопиться, чтобы не опоздать. Ну, значит, договорились? Все правильно, договорились. Я пойду, да? Пойдешь, конечно. Потом. Нет. Господи, спаси. Нет. Нет. А ты что думал? Тебе рассказывал, у нас тут болото затягивает. Шаг сделал, потом второй, а потом уже, глядишь, и утоп. Кто там? Пойду посмотрю. Спрячься. Это частный дом! Я инвалид!
Отпусти! Отпусти! Привет. Ты каким судьбами тут? Не подходи. Все равно меня теперь убью. Малина хорошая. Она же не заряжена, наверное. Да? Все? Димка, Мира! Мой хороший. Давайте сюда. Привет. Тебя как зовут? Не знаешь? На Ваньку похож. Пойдешь? Пойдем. Привет. Пойдем? Пойдем. Ну что, поехали домой? Пойдемте, пойдемте. Поехали. Видел? Да, да, потому что это настоящий. Это общительный какой-то. И тяжелый. Честно, устала ходить. Уже не могу больше, надо отдыхать. А надо. Врач сказал ногу разрабатывать. Угу. Но все равно надо посидеть где-то. Давай вот туда на лавочку присядем. Немножечко передохнем. А кто это не спит, а? Кто это не спит? Извините, пожалуйста, можно мы присядем да, здесь? Да, конечно. Свободно. Ой. Только 15 секунд. У меня день рождения сегодня. Я могу хотя бы в день рождения делать то, что мне хочется. Ничего не знаю. Сказано было каждый день. У меня изверг. Поздравляем! 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 Все начинается с запрещенной музыки, сборища, вечеринки, наркотики, растление малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем и расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю. И свою точку зрения я не навязываю.